Всем привет, с вами Inform TV. Летом этого года Елену Кандулайнен срочно увезли в больницу. Она почувствовала себя плохо, когда находилась в ресторане. В итоге больше месяца советскую актрису держали в лечебном учреждении, а несколько недель ей пришлось провести в реанимации. Сейчас артистка находится дома, но процесс реабилитации очень сложный. За 62-летней актрисой присматривают коллеги, родственники и даже соседи по дому. Но поклонники Елены очень волнуются. Стало известно, что звезда больше не может ходить без поддержки. Даже чтобы выйти прогуляться во дворе, она использует специальные ходунки для восстановления после инсульта. Помимо этого, близкие наняли ей сиделку, ведь Кандулайнен не может самостоятельно себя обслуживать. Несмотря на печальные новости, есть и хорошие. Елена не теряет бодрость духа и задора. Она все силы сейчас направляет на то, чтобы восстановиться. Особенно важно вернуть речь и двигательные функции. Напомним, Кандулайнен стало плохо во время корпоратива. Она с коллегами по театру отмечала закрытие сезона. Выпила буквально глоток шампанского и спросила: «Кто мне насыпал яда?» В итоге Елену забрали в Боткинскую клинику и диагностировали инсульт, энцефалопатию и заторможенность речи. Теперь никто не знает, когда артистка сможет вернуться к работе и сможет ли вернуться вообще. Мы желаем Елене Ивановне скорейшего выздоровления и все-таки возвращения на сцену. Поклонники ее очень ждут. Если вам нравится эта советская актриса, ставьте лайк. Не забывайте подписываться и жмите на колокольчик. Удачи!